Очень важная ситуация у нас молодежной политики. Республика каждым годом увеличивает число участников молодежных движений, всероссийских региональных фестивалей, проектов. И многое их провели, и посещает и Астрахань, и Каспийский, и у нас проходят мероприятия. В ходе реализации социальных проектов за последние два года было охвачено 25 тысяч человек. Прошлый год от Республики Ингушетия в грантовых конкурсах президента Российской Федерации Росмолодежь приняла участие свыше 250 человек, из них 41 победитель. В сфере молодежной политики у нас реализуются различные федеральные программы, проекты: социальная активность, патриотическое воспитание, молодежь России. Чтобы эффективнее организовать молодежную деятельность в текущем году, мы планируем создание Дома молодежи, молодежных организаций. Функционирует ресурсный центр добровольчества, который проводит активную работу по вовлечению молодежи в общественно полезную деятельность. Новым национальным проектом «Молодежь России» объединит в себе три федеральных проекта и будут направлены на систематическую поддержку молодежных инициатив и инновационных проектов. Поручаю и, думаю, на контроль у правительства активно включиться в эту работу. Вовлечение молодежи в спорт, патриотическое воспитание, профилактика экстремизма и терроризма способствует формированию позитивной жизненной траектории молодежи, а также противодействию распространению негативных проявлений, созданию дополнительных площадок для развития талантов и карьерного роста молодежи.